Карантин. Даже намордники висят. А. Все закрыто, я смотрю, заняться вообще нечем, да? О, на Live Today, я смотрю, богатые чуваки живут, да? Давай, спасибо. На тебе. Это зарплата. Да, ну а реально, ребята, все закрыто, все магазины закрыты, только продуктовые работают. Что снимать? Что снимать? Что снимать? О, давайте, давайте что-то с огнетушителем. Ну давай. Привет, ребята! Шутки шутками, а карантин реально нам обломал все планы. То, что мы собирались снимать, просто пошло коту под хвост. Прошуршали мы по ангару и будем снимать что-то годное из подручных средств. Вот у нас нашлось несколько углекислотных огнетушителей, и мы решили проверить, что будет, если попытаться накачать мяч для фитбола или даже баскетбольный мяч при помощи огнетушителя. Начнем с обычного маленького воздушного шарика. Так... Вроде получается. Обалдеть, в огнетушителе настолько большое давление, что оно сорвало переходник со шланги. Что ж, пробуем еще раз. А пока хочу вам напомнить, что мы все делаем с максимальными мерами предосторожности, с применением средств защиты и в контролируемых условиях. Ни в коем случае не повторяйте подобное самостоятельно. Со второй попытки шарик очень быстро накачался и лопнул с невероятно красивым эффектным взрывом. Ребята, я думаю, уже все запарились сидеть на этих вынужденных каникулах, карантинах, и при этом не у всех есть такая возможность, как у нас, страдать фигней. Можно превратить вынужденное пребывание дома в приятный киносериальный марафон вместе с Кинопоиска HD. На сайте Кинопоиска есть раздел онлайн-кинотеатр. Сейчас доступны Рик и Морти в озвучке Сиендука, Чудотворцы с Бушами и Рэдклиффом, а еще эксклюзивные сериалы «Последний министр» и проект Анна Николаевна. Мобильное приложение Кинопоиска обновилось, и теперь многие фильмы и сериалы можно скачивать прямиком на телефон, а потом смотреть в дороге или где угодно. А еще у меня для вас отличная новость. Вы можете получить 45 дней бесплатного доступа к Кинопоиска HD. Жирно, согласитесь? Достаточно всего лишь угадать, что это за фильм. Угадали? Это и будет вашим промокодом. Теперь переходим по ссылочке в описании, пишем название фильма на английском, слитно. Приятного просмотра! Переходим дальше и пробуем накачать шарик побольше. Кстати, кто заметил, что на этом шаре нарисована пчела? Это не просто так, мы уже приступили к съемкам пчел в прозрачном улье и скоро покажем вам, как же они пережили эту зиму. Ого, вот так лопнуло! Кстати, этот белый дым, который вы видите в замедленном повторе, это и есть углекислый газ, только в замороженном виде. Как видно на повторе, шарик при наполнении сразу же опускается вниз. Это происходит из-за того, что углекислота тяжелее воздуха. Когда углекислый газ покидает огнетушитель, он сильно охлаждается из-за резкого увеличения своего объема. Давайте попробуем посмотреть этот эффект на примере апельсина. Видите, апельсин сразу же покрывается изморозью вместе попадания в него струи углекислого газа. Что ж, переходим к более практичным занятиям. Вот представьте, у вас нет насоса, но нужно накачать баскетбольный мяч. Берем огнетушитель и... Класс, мячик накачался просто моментально. Лопнуть его, к сожалению, не получилось, потому что давлением несколько раз рвало иглу. Но зато посмотрите, какой он стал дубовый. Чувствуется, что отскок отличается от мяча, перекачанного обычным воздухом. У нас Тёма когда-то занимался баскетболом, и с его слов мяч стал намного тяжелее и при этом ведет себя не совсем обычно. А теперь, ребята, идем на повышение. Убираем 2-литровый огнетушитель в сторону, берем 5-литровый, а вместо маленьких мячиков и баскетбольного у нас будет гигантский фитбол. И устроим параллельно мы мини-челлендж на Live Today. Значит, всей своей командой становимся вокруг мяча и качаем огнетушителем до тех пор, пока фитбол не лопнет.
кто наложит самую большую кучу, от кого будет больше всего кирпичей, кто сильнее всех испугается, ребята, тот будет монтировать это видео. Погнали! Фитбол надувается не так быстро, как мяч, но это и понятно, он в разы больше. Вот бы шлангу под давлением снова сорвало. Ладно, будем держать переходник до последнего. Ребята, этот шар, мяч, фитбол размером в диаметре, наверное, уже почти метр, холодный, дубовый, твердый, очково, но мы продолжаем. Фу, ну его нафиг, я не знаю, как он еще держится, он просто гигантский уже. Блин, ребята, это реально очень стрёмно, он вот-вот лопнет. Шар, конечно, ребята, разорвало просто на запчасти. Экшен получился зачетный. Вы ставите лайки, подписывайтесь на Live Today, на всю нашу команду. Мы собираем мусор. Пока-пока.